Сегодня у нас 16 декабря 2022 года. Вот занимаемся выставлением плоскости вдоль стены. Вот брат Владимир осваивает новую игрушку. Это я что, выключил? Да? Это ты вертикально выключил, да. Ну, ты, вот одна горизонталь включил. Вот одну вертикаль включил. Это вот мигающий режим такой. А ты несколько раз тут ты горизонталь, допустим, несколько раз вертикаль. Вот видишь, две их, видишь? Не одной, одна, две, не одной, вот так одна. Вот. И вертикаль также. Вот вторая вертикаль, вот видишь, две вертикали. Вот ты выключил одну, вот включил одну, вот включил обе вертикали. Вот. Сначала думали, что это просто игрушка. Ну, то есть ненужная. Оказывается, что при нажимании на лазер он может сбиться легко. А вот на расстоянии можно легко включить, выключить. А выключить надо для чего? Можешь поближе показать. А выключить нужно для того, чтобы не сбить уровень. Да, вот нажмем там кнопку, чуть-чуть собьется, уже все, неточность. Вот сейчас, если видим, все саморезы в одной плоскости. Вот они светятся красиво, так все. Вот и здесь тоже. По шляпкам, да? По шляпкам, да, по шляпкам. На шляпке лягут маяки. Вот. И получится, что они во все в одной плоскости. Вот. Он так вот крепится на магнит. К стене примагничивается. Можно его вверх-вниз регулировать, тем самым вот так вот. Наклон. Плюс вот только площадку устанавливается. Да, площадка, самолет. Да. Вот этим вот он чуть-чуть угол делается вот так. Вот, вот здесь он поворачивается вот так на 360. И вот этой вот он двигается вот так, туда-сюда, вот так, туда-сюда. И тем самым можно выставить любую плоскость и вообще любой периметр. Вот так. Вот с братом Владимиром мы тут занимаемся такими вот вещами. Выставляем. Ну все, слава богу, за все.